Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Попросил проведать тебя. А ты, вижу, жив-здоров. Неужто думал, что меня убьют? Ну и? Принес ты дело, что поразит меня в самое сердце? Нет, не принес. Его тут же захватил полбезделья! Погоди, но ты ведь одно дело уже раскрыл. У меня не было выбора. Поэтому впредь будем делать вид, что детективной работой занимаешься ты, а я же буду дергать тебя за ниточки. Так вот почему ты заявил, что я теперь великий детектив! Тебе же все равно делать нечего. Нечего, но меня пугают слова про ниточки. Прости, надо было иначе сказать. Отныне ты моя марионетка. Ты демон какой-то! Ну что ты сразу кричишь? Есть вероятность, что это убийство. Сейчас же выезжаем. Есть! Амамия! Пожалуйста, возьмите меня! Нет уж, у меня для тебя есть работа получше. Вот она. О, какая интересна! О! Да! Да! Смотри, не отлынивай. Есть! Такие вот дела. Это ж удивительно, что для тебя есть отдельная коробка. У меня за спиной ее называют мусорка. Вот увидишь, однажды мусорки поработят человечество. Чего? Это ты утешаешь так? И какой мусор достался тебе сегодня? Эй! Хочешь посмотреть аниме-приколы без ограничений авторских прав? Добро пожаловать в телеграм-канал, там ты найдешь отсутствие маленького экрана. И за кого меня держишь, чеканутая? Также другие аниме, которые YouTube не пропустит, у тебя будет возможность заказать анимешку, которую стоит разобрать и с какой озвучкой. Можешь своим комментарием повлиять на видео, перед тем, как я его выложу на YouTube, много не расскажешь и не покажешь. Так что переходи по ссылке в описании, там будут все подробности. Наверное. Полицию пожаловались, что из копилки деньги пропали. Уж не знаю почему, но дело направили в первый следственный. Из копилки? Я почитал, преступление там по сути невозможно. Но сомневаюсь, что тебя заинтересует воришка мелочи. Выдвигаемся, то-то. Это что за вид? Как твоего дружка зовут? Кхамо. Господин Кхамо, значит? Не может быть! Мне хочется вновь увидеть, как Рон виртуозно и гениально раскроет его. Кстати, друг мой, сегодня особенный день. Чего? День, когда ты стал марионеткой. Ты издеваешься?